Традиционно организаторами соревнований выступили представители областной организационной структуры ДСАФ и Белорусской Федерации водно-моторного спорта при поддержке горисполкома. Брест, Заславль, Минск, Гомель и даже украинский Киев. На старте встретились 25 гонщиков, представителей сильнейших команд, для того, чтобы показать высокий уровень мастерства покорения водной глади. Водно-моторный спорт получил второе дыхание, новый толчок к развитию. Нам активно помогает организационная структура ДСАФ, помогают с техникой, самым дорогостоящим для спортсменов. То есть мы начинаем обновлять парк моторов, которые соответствуют международным требованиям. В этом году планируем, что, возможно, наши лучшие участники поедут даже на чемпионат Европы попробовать свои силы. Мы надеемся, что данные соревнования, именно первый этап проведения этих соревнований в Республике Беларусь, традиционно будет за Брестом. Сегодня и председатель федерации высказался по этому поводу. И я считаю, что именно вот взаимодействие Федерации водно-моторного спорта и в данном случае организационных структур Брестской областной организационной структуры ДСАФ достаточно устойчивое. У нас есть взаимопонимание. Мы работаем достаточно дружно. Я думаю, что однозначно у нас должно все получаться. 7 миль или порядка 12 километров – такова протяженность водного маршрута. Задача для гонщиков – максимально быстро преодолеть расстояние, при этом не нарушив установленных ограничений и соблюдя правила. Жажда скорости, особое отношение к воде и лодкам – то, что отличает этих гонщиков. Для того, чтобы выступить, пообщаться с коллегами, увидеть новый формат проведения соревнований, многие из них проделывают сотни и даже тысячи километров. Например, Александр Федоренко приехал из Киева и с собой привез большую группу поддержки. Увлекся этим видом спорта он несколько лет назад. Профессиональные инженерные знания, уверен Александр, помогают развивать хобби. Привел меня друг лет 10 назад сюда. Он, кстати, со мной где-то тоже, Андрей. Можно сказать, и с ним ездил на соревнования, увидел, говорю, вот уже хочу, сел, поехал. Потихоньку сначала там меньше класс, ну сейчас уже на таком. По итогам соревнований членами жюри будет проведен отбор спортсменов. Лучшие водные гонщики пополнят команду страны и представят Беларусь на очередном европейском чемпионате.